Доброе-доброе утро, страна. Я, короче, сегодня решила выдохнуться за все денечки. Время 11:30. Вот так вот я сплю. Вот такое вот безобразие, потому что я всегда путаюсь в этих одеялах, покрывалах. И почему у меня вот так подушка? Да, потому что всю ночь я ее тискаю, обнимаю. Все люди нормальные спят, подушка вот так вот. А я делаю вот так вот. И голова у меня все время вот так вот. Ну, короче, я не русская. И что, мои дорогие, у меня продолжают выпадать волосы со страшной силой. Посмотрите, они везде, везде, везде. По всей кровати. Вот, вот такими вот пучками страшными и на подушке. Сейчас все буду чистить липким роликом. Потому что я на днях меняла постель. И вот так вот каждый день я ее вытряхиваю, чищу. Безобразие. Сейчас буду делать опять масочку для волос. И, кстати, на завтра я записалась в парикмахерскую. Буду состригать немножко этот ужас. Может быть, поменьше будут лететь, хотя я сомневаюсь. И сегодня я посвящаю день дому и себе. Буду приводить со всех сторон себя в порядок. Дома по хозяйству возиться. Да, и наконец-то мне надо выбросить вот эти шарики, которые вообще не сдуваются. Удивительно. С октября месяца. Ну, может быть, перевешу куда-нибудь в другое место. Не знаю. Да, и сегодня на улице такая благодать. Да, бедный, бедный стул. Вот такая вот пачка штанов. Вот такая вот дурная привычка у моего сына. Чё к чему, не понимаю. Есть шкаф, есть вешалки. Я с этим борюсь и бесполезно. Я иногда вот так посмотрю, вздохну и думаю, да пусть оно висит. Но я такое терпеть не могу. Я вчера говорю, еще есть место до потолка. Он смеется. Ну вот придется сейчас все это развешивать. Это, знаете, то же самое, как складировать носки в одном и том же месте. Короче, у каждого свои тараканы. И что у нас с погодкой? Погодка как весной. Посмотрите, какое чистое небо, солнышко. Тихо-тихо. Я вот открыла зимнее проветривание. Такой вкусненький идет воздух. Но сегодня выхода на улицу не будет, потому что завтра мне очень-очень много ходить. И хоть бы завтра была такая погода. Ну а сейчас, мои дорогие, пойдемте приготовим завтрак. Яичницу с кабачками, как я вам обещала. Я подкреплюсь и буду браться за дела. Как я готовлю эту безумно вкусную яичницу? Я нарезала кабачок вот такими кубиками. Сейчас в растительном масле слегка их обжарю. Я уже посолила. Сейчас добавлю черный, желтый, красный, всякий разный перчик, приправочки. Но если честно, я яичницу не люблю. Я как-то больше по омлетикам, по вареным яйцам. Но иногда хочется вот такую вот яичницу. Наверное, потому что в ней очень много всякой вкуснятины. Ну, я вот думаю, достаточно. И сейчас я выкладываю аккуратненько наши яйца. Закрываю крышечкой и даю яйцам пропариться. Так, все. И сейчас прям такой, знаете, жирный-жирный слой тертого сыра. У меня уже все, слюни текут рекой. Потому что это очень-очень вкусно. Вот так вот.
Ну и, конечно же, зелень. Любая. У меня укроп. Вот такая вот красотища. Еще одну минуточку и готово. Кстати, такую яичницу можно готовить не только с кабачком, но и с вареной картошечкой, и с макаронами, и просто с помидорами и болгарским перцем. Короче, как вам нравится. Но это действительно получается, знаете, так прям сытненько. И, ну, например, такой, как я, хватает на весь день. Все, села есть. Вы не представляете, это божественно вкусно. Вот так все плавает в сыре. Запах. Ну и, конечно же, кусочек белого хлеба. И я буду пить Дариный чаек. Я только что его раскрыла. Вот такой вот он красивый. Пахнет офигительно. Надо его пересыпать в баночку. Потому что это большая, я ее использую для чего-нибудь другого. Выбрасывать жалко, она такая красивая. И есть у меня вот такая вот банка специально для заварных чаев. Вот сейчас я пересыплю сюда. О, красота! Вот такая ложечка у меня есть. Ее туда им. Крышечка. И вот такая у меня чудная баночка кот. Красивая, да? Ой, подрассыпала немного. Да, и я вот уже приготовила кружечку ситечком с этим чаем. Сейчас заварю. Ой, я такой маньяк по чаям. Боже мой. Все, пусть запаривается. Ароматище. И яичница, и чай. Короче, ароматы все смешались. Ну все, сейчас вот ем эту замечательную яичницу. Пью самый вкусный в мире чай. Ну и, конечно же, с чем я его буду пить. У меня все позаканчивалось. Печенюшки и всякое такое. Так что я буду пить с конфетками. Я их еще не слопала, потому что конфет было много. Вот такие вот с молочной начинкой. Милка. Ну все, приятного мне аппетита. Покажу вам, какая она. Как все тянется. Вкуснота. Прям все в сыре, в сыре. Я вообще сыр обожаю в любом виде и везде. Хлебушек. Ну а на обед я приготовила вот такой вот шикарный рассольник. Посмотрите, какой густой, красивый. Ну что здесь? Картошка, перловка, соленые огурцы, морковка, болгарский перец, помидоры, зелень, специи. Ну, естественно, томатная паста. Короче, целый букет вкусняшек. Так что вот так все отделалось. Ну что, мои хорошие, да? Я на улице выперлась, хотя не хотела этого делать. Быстренько собралась и вот иду. Утром я предложила сыну сходить в Макдоналдс. Говорю, давай посидим вечерком, поедим вредненькой еды, развеемся. А он, ой, я не знаю, во сколько я приду, уставший, и бла-бла-бла. Думаю, ну ладно, мое дело предложить. Обхожу опять, видите, верхом.
Он мне звонит и говорит: да, мамуль, давай, говорит, сходим. 10 пятниц на неделе. Хорошо, здесь рядышком. Сейчас вот 5 минут и на месте. Я вышла немного пораньше, потому что хочу зайти в магазин, кое-что из продуктов купить. И дезик у меня закончился. А если честно, я в Макдональдсе была один раз в жизни. И это было в Турции, в Стамбуле, когда я ездила к дочке. Вот так вот. Ну, сейчас посмотрим, что там интересненького, что там вкусненького. Так что оставайтесь со мной. Посмотрите, какое красивое небо. И уже луна, луна, луна. Так, вот дезики. Я всегда беру Рексону. Вот, свежесть душа. Самый четкий, самый приятненький, стойкий. Не знаю, мне очень нравится. И стоит он 226. Но у меня еще есть карта скидочная. Хочу купить масочку. У меня дома дофига и больше. Но не знаю, вот как-то вот это меня очень привлекает. Это брокколи. И она кислородная. Так что сейчас придем, сделаем с вами масочку. Так, и стоит она 84 рубля. Так, и что-то потянуло меня к лавку. Не знаю, прям очень-очень-очень захотела вот такой вот сиреневый. Обалденно красивый. И стоит он 88 рублей. Ну все, я на месте. Вот пока дошла, зашла в магазин, купила кое-что. И уже темно. Все, жду сына. Посмотрю, много ли народу. Ну, вы знаете, много. Хоть выходные, хоть не выходные, народу много, блин. Зашла здесь в предбанник, потому что на улице холодно, сына до сих пор нет. Ну вот, проверяют QR-коды, видите, надо приготовить. И вот, сейчас пойдем искать свободное место. Народу много. Вот есть столики. И сладости есть тоже. Нашла свободный столик, но он еще не убран. Он только зашел, видите, проверяет у него QR-код. Меня ищет. Все, мы сделали заказ. И у нас получилось 478. Вот я поставила на столик, сейчас нас обслужат. Все, нам принесли заказ. Я вот заказала себе вот такой вот детский. Тут должна быть игрушечка. Потом у меня зеленый чай. Ну да, конечно. И все. Ну да, порции небольшие. Но почему-то мне принесли холодный чай. Пойду спрошу, почему. Оказывается, вместо чая мне дали вообще яблочный сок. Сейчас вот дали кипяток. Отдельно вот такой вот зеленый чай. Надо самой бросать. Сахар и ложечку. Так, вот такой вот чаек. Все, пусть запаривается, заваривается. Сахар мне не нужен. И сейчас хочу открыть коробочку. Что там? Вот картофель фри. Так, потом у меня бургер. Ну, что-то они у них совсем низкие и маленькие. Вообще такие прям смешные. Жесть. И игрушка. Том и Джерри. Но это мы откроем потом. Смотрите, какой веселый прикид. Шапочка с ушками. Такие широкие штанишки с бахромой. Вообще, мне очень нравится такой прикид. Мы уже дома. Пробзелись, прогулялись, наелись какой-то фигни. Если честно, мне совсем не понравилось. Вот прям не понравилось, не понравилось. Больше я туда не пойду. И, наверное, самое лучшее — это вот игрушка. Мне уже не втерпёшь посмотреть ее.
сейчас посмотрим. И перед этим я купила буквально белый батон, сыр, колбаску, десяток яиц и, как вы видели, дезодорант, кислородную масочку. Брокколи сейчас буду делать. И вот такой вот яркий лак. Вот прям захотелось именно такой цвет. Видите, у меня ноготь выкрашен. Это я пробовала цвета. Ну что, смотрим игрушечку. Мне уже не втерпёж. Я даже не заглядывала и не подглядывала. Сейчас посмотрим. Я как тот малый ребенок, честно. Я люблю все такое. А, ну там книжечка. И вот там сюрприз. Ну-ка. Вот такая вот мышка на сыре. И что она делает? Ой, посмотрите, какой прикол. Короче, мышонок катается на сыре. Классно, да? Ну, конечно же, ее я отнесу внуку. Класс. Она и не падает. Прикол. Сейчас бабушка поиграется, а потом отнесу внуку. И будет ему вот такой сюрприз. Класс. Он как хочешь ее болтаем, но не падает.